Хей-хей-хей! Всем привет, уважаемые коты-рыболовы! И сегодня главный кот-рыболов Чинаски отправляется снова ловить рыбу. Если вы хотите, чтобы мы сегодня побольше всего наловили, то не забывайте, конечно же, ставить лайк, дорогие друзья, подписочку оформляйте. Ведь, как вы все знаете, просмотр без подписки строго запрещен. Ну что ж, давайте понемногу начинать. Наша главная задача сегодня, друзья, я бы хотел пройти сегодня пещеры. Уж не знаю, получится или нет, но я прям очень бы постарался, чтобы это сделать, потому что новую локацию интересно открыть. Было бы очень даже любопытно. Так, давайте отправимся сюда. Я думаю, что качнем баллон наш. Можно даже на два качнуть. Давайте, да, его прокачаем. И гарпунчик тоже себе возьмем. Длина веревки, скорость, скорострельность и протыкание становится лучше. А это значит, что мы себя будем лучше показывать на этой прекрасной локации. Так, ну что, пещера, поехали. Я очень хочу сегодня пройти пещеру полностью. Опа, еще у нас с вами механический день. У нас сейчас будут механические рыбехи. Вон они уже поплыли, кстати. И по две мы сразу теперь изи пробиваем. Во, видите, сразу по две. Это для комбо очень-очень хорошо. Оп, успел. Потому что таким образом у нас комбо держится дольше. Блин, а я вот сейчас вижу, что она еще и пробивает. Смотрите, короче, даже если ты не попадаешь по рыбе, она может довестись немножечко. Прям совсем немножечко, но я видел доводочку, кстати, долго нам пришлось пробивать. А, новое достижение, это получено, это здорово, но я из-за него по медузе попал, пока отвлекся. Так, ладно, по ходу дела... Да, все, последняя медуза нам съела весь запас кислорода. Слушайте, у меня есть еще одна идея. О, еще одно достижение. Слушайте, нас прям засыпают. Охотник на рыбешку получено. Хорошо. И любовь к боли. Это за медуз, наверное. Так, мне хочется, знаете, что попробовать? Вот, кстати, а почему мне письма не приходят? Если... О, сегодня в моем улове столько рыбок. Аж 34. Хорошо. Я просто думаю, если будет какая-то такая погода хорошая для нас... то это было бы очень хорошо, кстати, снова механический день, потому что в таком случае мы могли бы с вами еще порыбачить здесь. А если будет плохая погода, то мы можем отправиться рыбачить в прежнюю локацию, попробовать там повыбивать что-нибудь интересное. Такс. Оп. Да блин, очень тяжело механическую рыбу пробить, вы видите, она вообще непробиваемая. Алло, что это за жесть? Сколько мне за нее дадут? Блин, я даже не видел, сколько мне шестеренок дали за эту рыбеху. Опс. Хорошо, 800 монет, нормально. Поскольку нам бесплатно даются эти бусты по две штучки, то в принципе, ну, как бы мы изи можем периодически закидывать ее. Что ж такое-то? Ну и акулё... О, все, теперь мы покупаем полюбас. 3400 тратим, ребят, потому что смотрите, сколько нам. 60% восстановило, это очень много. Я думаю, что мы сейчас 3000 очень быстро себе набьем, и все будет ок. Так, блин, хорошо бы побольше рыбёк встретить. Блин, ну я, правда, уже не смогу, скорее всего, выбить эту. О, новенькая, кстати. А, он ее сожрал! Он ее сожрал! Собака такая морская, блин. Давай, я еще хочу тебя поймать. Найс. Блин, как было бы хорошо этих двоих выловить. Просто это было бы... Ладно, я посмотрю рекламу, ребят. Я согласен, 33% я восстановлю себе. Тем более у нас кислородовая рыба здесь еще. Блин, это просто бомба. Это просто подарок судьбы. Мы сейчас столько себе всего наловим. Так, угу. Наловим. Держу в курсе. То давайте посмотрим, что у нас там получилось по этому самому. По деньжатам. 7000, слушайте, ну, это, кстати, даже не рекорд. Это даже не рекорд. Прикиньте, хотя, по-моему, 7000 мы поставили рекорд в мечте рыбака, не? Блин, вот это я, если честно, не помню, но, в принципе, все равно это неплохие деньжата, которые, ну, как бы мы подняли, и это, в общем-то, здорово. Так, достижениями меня просто продолжают заваливать. Давайте, наверное, отправимся на рифы, ребят. А, рифы мы... Кстати, погоди. Опа-ча! Вот это уже интересно. Отправляемся на глубоководье. На эту глубину уже не проникает свет. Устойчивые к темноте и давлению воды глубоководные рыбы стоят больше остальных.
Освети темноту электробомбами и гарпуном, чтобы видеть и ловить глубоководных рыбёх. Ага, у нас гарпун светится. Видите, он луч света запускает. Ну, блин, вообще-то я и так вижу, если честно, немножко. Не то чтобы сильно, но вижу, поэтому, в принципе, нормально. Я думаю, что если что, глубоководную рыбёху какую-нибудь мы увидим, я думаю. Вообще кайф, слушайте, глубоководье. Правда, я еще пока ни одну рыбу новую не видел, если честно. Все старенькие вроде. Но это пока только третья волна, может быть, конечно. Да, здесь кислород, конечно, сжирается только так, ребят. 19% уже. Да. Пока глубоководную рыбу какую-то найдешь, блин, ну как бы уже все, как бы закончился, да. Ладно, давайте КС заплатим. Мне просто интересно посмотреть, что тут еще будет. Тем более, что кэс мы заплатили, 500 монет уже вернули себе, поэтому норм. Такс. Тунец, блин, вот его поймать было бы супер. Оп, 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 давай. Давай, еще вот это сейчас закинем. Найс. Вот, отлично. Блин, меня сожрал этот кальмар. Ну ладно, мы все равно отбились, потому что мы этого тунца с вами поймали. Тунец приносит просто unreal денег. Это самая лучшая рыба на рифах. Но, блин, я ни глубоководную рыбу вообще ни одну не увидел. Ни одну новую рыбеху просто не нашел. Мечта рыбака. Все, сейчас заработаем баблишечка чуть-чуть, друзья. Давайте, надо сейчас прям постараться. Потому что, блин, надо было даже сеток закупить, я думаю. Потому что за счет мечты рыбака можно очень кайфово вообще жить. Жить не тужить. Давайте, раз. Нормалек. Пошла жара. А почему у меня уже 40%? Че так быстро-то? Лопнул, но у меня все равно все еще 40%. Давай. 20. А почему реально так быстро? Почему у меня так быстро заканчивается кислород? Что-то я вообще нифига не понял. Почему так быстро? Лол. Ну, я думаю, что да, наверное, на мечту рыбака нам все-таки надо брать обычный гарпун, ребят. Ну, это просто несерьезно. У меня очень быстро закончился кислород. Я вообще ничего сделать не успел. Ой, блин, обидно, если честно. Ну ладно, давайте отправимся снова в пещеру, потому что я хочу там пофармить немножко больше себе. И сейчас отправимся, короче, в пещеру. А, высокие волны, это значит, что кислорода меньше или что? Защита рыб возросла. В принципе, нормас, потому что у нас с вами очень пробивной гарпун. Он кислорода требует много, но он пробивной. Поэтому, в принципе, ну, нам, конечно, посложнее немножко будет, но не то, чтобы прям супер сильно сложно. Нормально, нормально. Так, окей. А, вот, блин, вот эта доводка, это просто жесть. Если бы был нормальный гарпун, мы бы не попали сейчас в медузу. Но из-за того, что он ух, нифига себе монстр появился. Да, что ж такое? Да, что ж такое? Да дай поймать тебя. Давай. Найс. Еще вот так. Хорошо. Слушайте, ну, тем не менее, неплохо, неплохо. Мы потихонечку качаемся с вами, мы молодцы. Давайте, наверное, сейчас, я вот не знаю, я, наверное, не так хочу купить себе новый гарпун, как я хочу все-таки прокачать баллон. А баллон-то я качнуть пока не могу, он все еще стоит деньжат. Ну, давайте, ладно, тогда гарпун. Пускай он будет еще более еще дальше стрелять, еще быстрее и еще лучше пробивать. Так, давайте теперь отправимся с вами, пожалуй, что в рифы, в глубоководье. И потом еще раз уже... Блин, большой косяк, что это значит? Медуза или что? Это не очень хорошо. Медузы, конечно, здесь освещают, not bad, но, блин, сам факт медуз мне не очень нравится, честно говоря. Ладно. Ну хорошо, давайте сейчас... блин, я просто не знаю, хотел... Ладно, успеем, если что. Нормально, ничего страшного, короче, все успеем, все успеем. Опа. А вот и первая рыбеха-мутант. Здорово. Видите, это яблочная это рыба, но она какая-то прям, ну, реально мутированная. Она, там зеленые какие-то фиговины вокруг нее обвивались. Вот и пошли первые рыбы-мутанты. Ну, блин, надо закидывать все равно сетки, чтобы хоть что-то получить, а то они бесплатные все равно. Блин, да, кислородовая. Еще одна рыба-зомби! Так, давай платим. Платим деньги, вообще не паримся. Хочу рыбу-зомби. Я не поймал, вот теперь. Рыба-призрак! Найс! Все, пошли потусторонние рыбы, ребят. Блин, интересно, сколько бы за такую рыбу реально денег выложили. Мне прям теперь любопытно. Так, сейчас еще... Во. Найс. Я как раз хотел сказать, что сейчас кальмар еще поплывет. Нам надо оставить для него сетку. И мы прямо ровно вовремя
выследили его, так сказать. Блин, хотел еще по медузе выстрелить напоследок. Ну ладно, пофиг, нормально все равно. Кстати, там какая-то скелетная медуза появилась. Слушайте, ну да, на глубоководье мы с вами не слабо так наловили рыбок-то, да? 5,5 кэсиков. Вообще неплохо. Неплохо. Давайте глянем на... как вообще выглядят эти рыбы глубоководные. Так, как глубоковод, вот. Ядовитая яблочная форель. Рыба-зомби. И рыбка-фантом. Неплохо, неплохо. Ну что, я предлагаю сделать последний заплыв, а именно в пещеры. Потому что здесь у нас все-таки... Ладно. Высокие волны. Я сразу ливну, потому что, ну, блин, высокие волны я не хочу проходить. Я хочу на нормальный поиграть. Так сказать, на нормальном уровне. Да, сегодня мы ничего не поймем. О, кстати, новое достижение. Случается. Бывает такое. Миссия поймать одну рыбу луну. На самом деле это очень тяжело, поэтому я даже не знаю, когда я смогу это сделать. Она в обычном режиме водится. Ладно, давайте все, глубоководный день на сегодня последний. Ребята, не забываем прожимать лайки, только от вас зависит частота выхода игры, поэтому надежда вся только исключительно на вас. Что ж такое-то, все поймал наконец-то. Так, ну слушайте, я сегодня, ну вот именно в эту ночь хочу как следует порыбачить, поймать кого-нибудь интересного. Кстати, вот несмотря на то, что у меня мощный гарпун, все равно видите, как приходится иногда пробивать долго. Вот 3 раза в потустороннюю эту рыбу стреляешь. И это только 3-я волна, у меня кислорода уже почти нифигашечки. Блин, ладно, пока не хочу закидывать сетку. Или хочу, или не хочу, не знаю, давай, ладно, пофиг. 311. 900 заплатим, мы почти ничего сейчас не наловили еще. Но вообще хотелось бы. Опачки, вот. Это то, что мне нужно. Ждем. 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 Кидаем. Найс, просто супер. Плюс 1,5-шечка. Во. Повезло, кстати, очень сильно сейчас мне. А я по нему попал или нет? Блин, походу нет. Он как-то выплыл вообще с другой стороны. Блин, мне так... Ладно, я посмотрю рекламу снова, но просто потому... Так, не трогай мою рыбу. Просто потому, что здесь тунец, ребят. Тунец это плюс 1,5-шечка, поэтому я просто не могу мимо него пройти. Это та рыба, которую... За которую... Опа. Блин, я уже не успел. Ну что... Ой, блин, и там как раз рыба луна поплыла. Мне как раз ее по заданию надо было ловить. Слушайте, 9000 это рекорд. Да, на глубине рыбачить кайф. Это то, что я вам могу точно сказать. Давайте залетим в аквариум, посмотрим, что у нас в аквариуме творится. Я честно, реально плохо помню. О, получить опыт. Найс, отлично, мы получили опыт. Так, теперь давайте попробуем расположить. Я там в комментариях читал, что нужно выбрать саму уточку, вот. И куда мне ее? А, во, мы можем ее убрать и теперь выложить. Во, вот так, найс. Так, значит, что мы можем? Мы можем ее побольше сделать. Вот так вот, прекрасно. И повернуть я бы ее еще хотел в другую сторону. Можно ли это сделать? Нет. А во, во, вот так хочу. Да, супер. И давайте, наверное, еще рыбок добавим. У нас все-таки деньжата вроде сейчас более-менее вводятся. И что-то купить мы с вами можем. Давайте удильщика купим. Выпускаем его плавать. Пускай больше рыбок плавает. Реально, мне кажется, что мы можем себе позволить немножко. А, это только те рыбки, которых мы ловили. Я понял. Окей, окей. Рыбу пузыря мне очень хочется выпустить. Пускай плавает. Потратим немножко денег. Конечно, может быть, это зря трата времени. Надо их выпустить, еще забыл. Добавить больше рыб нельзя. Увеличить, добавить... А, декорации. Я понял, ладно. Давайте... Блин, они за шестеренки, если что. Я шестеренки тратить не очень-то хочу, если честно. Блинский. Ну, давайте китовый разлом добавим. Поставим его куда-нибудь вот сюда. Вот вообще сочно смотрится. Нормас. И теперь я еще хочу добавить тех рыбок, которые у меня были в аквариуме. Так, это какая-то вот летающая рыба. Найс, да, вот такой вот у нас с вами аквариум теперь получается, ребят. Ну, вроде бы более-менее приличный даже. Потихоньку будем его наполнять, делать еще круче. Ну, а опыт, который мы получаем за аквариум, я, честно сказать, даже не знаю, куда мы его тратим. Наверное, на вот эти вот штуки. Горсть золота тут... О, тут, кстати, можно нормально деньжат получить. 10 кэсов мы можем получить за 3-й уровень. Нормально.
Ну что ж, на сегодня, пожалуй, что все, дорогие друзья. Если видео понравилось, не забывайте жмякать лайк, подписываться на канал, писать комментарии, конечно же. Ну и не забывайте, естественно, подписываться на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. С вами же был Чинаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддерживают меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.